о чем думает композитор, когда пишет музыку. Может быть, с такими словами она и рождается. Чистый лист бумаги, нотная строка, звуки всей вселенной в мыслях у меня. Дай мне силы Божие это удержать, красоту созвучий людям передать. В исполнении ансамбля русских народных инструментов звучит инструментальная песня по мотивам песни «Конь» группы «Любе». Музыка Матвиенко.